бесстрашные канатоходцы, завораживающая воздушная гимнастика на полотнах, непревзойденные акробатические этюды от собак и опасное колесо смелости. Все это увидели жители Твери на премьере грандиозного шоу персидских леопардов от цирка «Золотой дракон». Кульминацией вечера стал выход на манеж хищников, леопардов и пантер. По хищникам хорошо все видно, его настроение, что он сегодня будет творить, по нему видно. Сегодня вот мне с самого начала, вот самый молодой кот у нас сегодня, вот я с самого начала знал, что он что-нибудь сегодня будет творить. То есть, видели, да, он позажигал. Зрителю понравилось. Хороший, добрый кот все равно, просто очень суетной. Впечатлили зрителей и игривые пони, и ламы, и непоседливые обезьянки, которые за время своего номера успели прокатиться верхом, проехать на автомобиле и даже покорить всех летящей походкой. Цирковое искусство заставляет смеяться, удивляться, а порой и испытывать страх. Артисты цирка «Золотой дракон» не раз пощекотали нервы гостей. Особенно эмоциональными стали выходы акробатов. Когда акробат шел с закрытыми глазами по канату и пошатнулся. Вот в этот момент, да, был испуг. Все понемножку запомнилось. И запечатлило тоже, и прям эмоции непередаваемые были. Больше такое гимнастическое понравилось, где мальчики были как ниндзя. Завершился вечер уникальным экстрим-шоу «Кихаб». Это древнекорейское боевое искусство, требующее не только физической подготовки, но и духовной. Артисты цирка стояли на остро заточенных японских мечах дайто и были неподвластны пламени огня. Острые мечи, канатоходцы с закрытыми глазами и леопарды заставили зрителей понервничать. Но все-таки какой цирк без улыбок? Клоун или коверный? Юрий Инкулец весь вечер развлекал зал своими номерами. Смеялись и дети, и взрослые. Принимают очень хорошо. Мы, конечно, профессионалы, но от зрителей тоже зависит очень многое. И здесь первый раз в Твери, когда мы приехали, первое представление, вот у нас первое выступление, сегодня премьера. И когда, зритель, я выхожу и его понимаю, и он меня понимает. Тут он прям какой-то родной. Цирк «Золотой дракон» будет радовать жителей Твери до 12 мая. Находится Шапито на парковке гипермаркета «Лента». Приходите на представление и станьте свидетелями незабываемого шоу.